здесь. Thank you.
Когда тени впервые стали длинными, выстоял один воин. Его опалили угли Армагеддона. Душа его была обожжена пламенем ада, осквернена и не могла уже вознестись. Так что он избрал путь вечного мучения. Ненависть его была так велика, что он не мог обрести покоя и скитался по равнине Умбрал, желая отомстить темным владыкам, причинившим ему столько зла. Он носил корону ночных стражей, и те, кто отведал его меча, нарекли его палачом Рока. Yeah.
И в битве с черными душами обреченных показал он свою доблесть. Для его крестового похода Серафим даровал ему огромную силу и быстроту, и мощью своей сокрушил он обсидиановые колонны храмов крови. Не зная жалости, обрушился он на чудовищ из девяти кругов. Палач Рока, несокрушимый, неумолимый, несгибаемый, решил искоренить царство тьмы.